В этом году заслуженный художник Раиса Лысенина отметит свой юбилей персональной выставкой. Последние годы все больше внимания скульптора привлекают проблемы интерпретации в пластических образах. Для Раисы Лысенина не существует ограничений в поисках собственных средств выражения. В самых простых предметах можно найти скульптуру. В куске камня, в искорюженном железном каком-то предмете, который превращается вдруг в скульптуру. Это мне ближе. Поэтому, конечно, выставки, которые я готовлюсь к 65-летию, мне бы хотелось именно показать работы именно такого плана, образные. Скульптор обращается к самым разным техникам и материалам. Любит рисунки за возможность спонтанного эмоционального высказывания. Раиса признается, что хочет, чтобы зритель совершал по выставке своеобразное путешествие. В своем творчестве она мастерски использует и соединяет самые разные материалы – дерево, камень, керамику, стекло и бронзу. Камешек, к которому я не прикоснулась совершенно. То есть вот он как был найден, но я в нем увидела уже маленького птенца, который еще на ножки не может встать, а уже пытается в небо смотреть, скоро в небо. Вот эта серия «Неслучайные случайности» тоже как-то рождается естественно. То есть я вдруг увидела в засове летящую женщину, вдруг в камне вот это... птица. Раиса Лысенина признается, что на юбилейной выставке будут представлены не только новые работы. В нее также войдут как ранние произведения автора, так и работы, созданные за последние годы. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».